В этом зале сегодня шикарный праздник. Ну вот и начинается 1 сентября. Ждали, вот дождались. Теперь уже сегодня весь город расцвел ярким цветом. Дети все с цветами, с букетами идут в школу. Мы очень долго ждали этого дня, очень волновались и радовались с педагогическим коллективом. И ждали вас, когда вы в наш дом родной войдете. Мы рады приветствовать вас. Мы рады вас видеть. Сегодня произойдет в вашей жизни знаменательное событие. Это событие было в жизни ваших мам, пап, дедушек, бабушек. Сегодня произойдет для вас первый школьный звонок. От администрации Кингисеппского района. И позвольте от вас всех лично поблагодарить наших меценатов. Компанию РАН, которая сделала совместно с администрацией, наверное, один из самых долгожданных, шикарных подарков для этой школы. У нас отремонтирован, сделал самый современный, самый лучший спортивный зал в Кингисеппском районе за счет средств этой компании. У нас отремонтирован вот этот зал полностью за счет средств этой компании и крыльцо, по которому вы сегодня поднимались. В том году оно было в очень ужасном состоянии. Мне было самому даже стыдно. Поэтому мы с Олегом Михайловичем приняли такое решение, нашли спонсоров и почти что 10 миллионов рублей было вложено в стены этой прекрасной школы. Праздник отдельный, знаний. Мамы и папы, бабушки и дедушки, выпускники и первоклассники, наши замечательные учителя и гости. С праздником! Детство.
Хотим, чтобы на всей земле был мир, и все люди на этой планете были счастливы.